И люди, которые боятся какой-то Гааги. Послушайте, надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть... Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что от того, еще один район Киева останется без света или не останется, масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе нельзя. А мы не нельзя. Можем проиграть. Поэтому Гааги боятся в лес не ходить. Просто не будет никакой Гааги, если так случится. То... Ничего не будет.